Приветик всем, друзья! И вы на канале Мария Мирабелла. И сегодня я буду открывать бумажные сюрпризы. Но прежде чем приступить к этому, я хочу вам кое-что сказать. Не замечаете ничего? Да, у меня новая прическа. Если вам нравится, то пишите в комментариях. А мы приступаем открывать бумажные сюрпризы. Ой. В тот раз мы уже открывали бумажные сюрпризы, и нам попался вроде бургер и шаурменька. Что ж, давайте откроем. Вот тут ням, тут индайский KFC написано. Вот. Тут у нас много всякой билиберды. Ой, всякая фига. О, извиняюсь, это... Тут у меня бургер нечаянно попал, который мы тогда делали, я его еще искала. Вот что нам попалось в прошлом видео. Вот шаурменька и бургер. Извиняюсь, у меня неполадки. Так вот, берем наш вкладыш и смотрим. Вот шаурменька, бургер, куриные наггетсы плюс 2 штучки тут в подарок. Вот такая картошечка фри плюс 2 штучки в подарок. Мороженка и пепси. И тут еще написано, что в подарок идет вот такой логотип. Два логотипа KFC. Логотип. Вот и вот. Вот. И вот это дядька. Что нам попалось? Та-да-да-да! Картошечка фри. И, на мой взгляд, картошка фри — это мое самое любимое блюдо из KFC. Если ваше тоже, то жмите лайки. И вот, как и говорили, две картофелины в подарок. И теперь я хочу вам сказать кое-что. Пишите все вопросы, которые вы бы хотели мне задать под этим, или что бы вы хотели, чтобы я сделала, под этим видео. И в следующем видео я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Обязательно. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. Ну что ж, всем пока, до новых встреч, друзья.